свыше 200 нарушений в работе отделов земельных отношений области. На заседании Общественного совета по взаимодействию и сотрудничеству с физическими лицами, некоммерческими организациями по вопросам оказания государственных услуг подвели итоги проверок. Подробности в материале Ирины Панфиловой. Заседание начали с обсуждения статистических данных. С начала года представители областного департамента агентства Республики Казахстан по делам госслужбы провели ряд внеплановых проверок. Выявили 219 нарушений. Наиболее часто встречающиеся нарушения – это как нарушение самих стандартов, нарушение сроков оказания госуслуг, отсутствие полного пакета документов. Вот, и более 10 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности. Председатель Общественного совета по взаимодействию и сотрудничеству с физическими лицами, некоммерческими организациями по вопросам оказания госуслуг Мурат Кадырбек интересовался, с чем в основном связаны нарушения. По словам Жаната Жумабаева, причина в некомпетентности специалистов ведомств. Немало недочетов в ходе проверок выявили и при создании пандусов. О том, как повышается качество и контролируется соблюдение сроков оказания государственных услуг в исполнительных органах Петропавловска, доложил руководитель аппарата акима города Тлеубай Ежанов. С начала года на специалистов отделов наложили ряд взысканий. Основная проблема сегодня – нехватка квалифицированных кадров. В месяц на одного специалиста приходится порядка 50 документов. Всего на заседании Общественного совета рассмотрели 6 вопросов. По каждому принято соответствующее постановление. Ирина Панфилова, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.